здравствуйте! В эфире передачи Made in Самара, и как всегда с вами я, Анастасия Лихачева. Друзья, на сегодня мы приехали в гости к очаровательной яркой женщине Юлии Манинин. Юлечка, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что мы сегодня с вами будем делать. Я смотрю, на столе у нас просто фантастическая какая-то феерия. Рассказывайте, что это, куда можно одеть. Эта красота предназначена, во-первых, для девушек и женщин, наших любимых и красивых. И перед нашим праздником, любимым 8 марта, я бы хотела немножко показать мастер-класс и рассказать, как можно украсить вот таких прекрасных девочек красивых, и тетенек, и женщин, и бабушек. Вот, поэтому это все делается из текстиля, из того, что у вас есть дома, что уже как бы отработало свое предназначение, и хотелось бы это переработать и сделать из него красивую вещь. Поэтому вот сегодня я хочу вам показать вот такое текстильное украшение, даже не знаю, как назвать, я думаю, мы придумаем в конце нашей передачи название. Вот, все просто, все легко и красиво. Вот, начнем мы, вот, например, я вам сразу покажу, это ваши любимые ненужные футболки, которые у вас валяются дома. Вот, поэтому как бы вот такие шнурочки мы нарежем, длинные по косой, и сделаем такие колбаски. Вот. Поэтому, Настя, вот колбаски ты сделала, нарезала, и мы начинаем плести. Вот, например, у нас видно, что косичка, можно не косичку делать. Вот здесь вот мы сшиваем и начинаем плести косичку обычным способом, кто умеет. У кого есть девочки, мальчики дома, кто плетет косички, тот знает. Поэтому вот мы сплели косичку, самую такую примитивную. И еще я вам один момент скажу. Есть косички потолще, это у нас покрупнее, кто женщины. Кто такие красивые, как Настя, тоненькие девочки красивые, можно делать потоньше косичку. Вот. Поэтому мы косичку сплетем обычным способом, это понятно. Вот. Мы ее сейчас доплетем, я покажу. И дальше мы начнем делать вот это украшение, которое цветочек нас украшает. Для чего? Для того, чтобы не было видно узла. Когда мы собираем, этот узелочек у нас будет прикрыт этим цветочком. Вот берем такую подложку, тоже из БУ материала, который дома валяется. Берем иголочку с ниточкой. Юль, вообще ничего не покупайте, все, что есть, все в доме. Ну, что-то, да? Что-то кто-то дает, кто-то что-то приносит. Ну, в принципе, да, ничего не покупаем. Вот, берем такое основание. Это основание мы кладем. Берем кружочки, вот были старые шторы. Вот вырезали, посмотрите, кружочки, какие красивые получаются. Это все старые шторы. Вот они уже в готовом исполнении. Берем основание, Настя, кладем его. Дальше берем вот этот кружочек, складываем его вот так пополам. Вот. Раз, раз. Берем иголочку. И мысленно очерчиваем такой кружочек, вот, чтобы по краю нам пришивать. Вот. Мы его сейчас зацепили два раза, больше зацеплять не надо. Раз и два. Там иголка попала. Дальше берем еще раз такой же кружочек, тоже складываем рядышком, вот так вот. Аккуратненько делаем, не торопимся, никто нас никуда не гонит. Вот, поэтому вот сейчас вот тоже начало основания, тоже раз и пришили, два раза. Нам нитка не важна какого цвета, ее не будет видно, так что вы не бойтесь, хотите зеленый, фиолетовый, какой угодно. Вот, для того, чтобы вам подобрать свою гамму цветовую, вы должны знать свой тип, какая женщина у нас, зимняя, весенняя, осенняя. Вот у Насти, у нее, например, скорее всего, зимний такой вариант женщины, потому что она у нас брюнетка с карими глазами. Ей больше подходит вот цвет такой яркий, насыщенный. Кто у нас девочки более такие весенние, летние, осенние, то им подходит более такой бледненький цвет. Вот. Вот мы по кругу пришиваем по два раза. Вот видишь, умница, молодец, очень красиво. Уже еще сейчас вот не нужно их распушить. Ага, сами лежат, и побольше, да? Стежочек вот тут вот делать, раз-два, чтобы пошире он был, вот как у меня, чтобы они лежали. Ага. Вот. Вот мы сейчас как бы этот кружочек заканчиваем, закрываем. У нас получается такой цветочек-розетка. Вот мы пришили. Кто любит попышнее, можно еще несколько слоев сделать. Кто любит не очень пышно, чтобы формы ваши не увеличивать, можно поменьше сделать. Вот. И теперь мы берем последний вот этот кружочек, его берем тоже, также складываем и пришиваем его вот так с таймя, если такое слово можно подобрать. Вот мы его сейчас зацепим два раза, делай как я, раз и два. И потом, когда мы будем нитку уже вытягивать, мы постараемся его вот так поднять.
получается у нас вот такая финтифлюшечка. Юлечка, а где вот. Вы этому сами всему научились? Это в интернете, книжки или просто все опытным путем? Ну, во-первых, у меня мама все умела делать, вот, и видно это, я думаю, что передалось. А потом, когда после нервной работы прийти домой, и надо чем-то заняться, кроме кухни и своими домашними жильцами квартиры, вот, то как бы это меня лично это успокаивает, и я вот не могу сидеть без дела, чтобы ничего не делать. И так как я гуляю по улице, смотрю на девушек, мне всегда хочется, чтобы у них что-то был какой-то акцент красоты на них. Потому что когда ничего нет, и она сама красивая, хорошенькая, я что-то переживаю, если честно. Вот. Ну, в общем, вот смотрите, потом мы, когда это сделали, сзади мы протыкаем сюда и вот сюда. Даже можно не бояться. Мы потом это все закроем, нас не будет видно. Я вам покажу. Вот. Настя, теперь мы делаем узелочек, как нас учили в школе или где-то у вас, когда учил делать узелочек. Раз, два, три. Намотали, вытащили, отрезали. Так, вот получилось. Смотрите, для того, чтобы у нас не торчали вот эти зеленые края, чтобы их не было видно, мы берем вот так, складываем. Вот, может, я вам дала. И начинаем с краешку вот так формировать. Ровненько, не бойся. Это хороший материал, который не сыпется. Мы его отрезаем. Все. У нас получается только видно, только цветочек. Все. Дальше. Тут я уже подготовила, как бы, это вот тоже сделано из той же тесемочки. А мы сюда вот этот цветочек перешьем. Вот, режь, не бойся. Для того, чтобы просто было основание, за которым можно было держаться. Ну, видишь, какая умница. Вот, увидал? Все. И тут не важно, какая форма, большая, маленькая, можно делать тут из разных цветов тоже, как ассорти, тоже будет очень красиво получаться. Вот, теперь вот мы, я уж просто покажу на этом, накладываем вот сюда, пришиваем, прямо раз-два, не боимся. Вообще, всегда, когда вы работаете, вы не бойтесь ничего творить, всегда можно что-то исправить, всегда можно что-то поправить. И кто-то должен, ну, я не знаю, кого кто вдохновляет. Меня лично вдохновляет мой дорогой муж. Поэтому он у меня всегда выступает, как сказать, мольбертом, на котором я рисую. Вот. Ну, вот мы закончили. В принципе, тут уже все. Узелочек мы можем тут не делать, потому что там запуталось все, там все нормально. Вот, получается вот цветочек. И у нас получилось, видите, как двойное дно. Вот еще такая же синяя, я даже не знаю, какую диадему, что ли, назвать. Вот. Но это летний такой вариантик. И вот смотрите, самое главное, вот на Насте тоже одет. И вот здесь вот эти полосочки, Настя, подержите, пожалуйста, покажу. Вот мы берем. На мне можно проработать, да, давайте смотрите, лучше, как удобнее. Да, давайте вот на этом, просто здесь видно. Вот эти полосочки, которые остаются, мы здесь пришили, закрыли все, и полосочки мы начинаем разрезать. Не боимся. Для того, чтобы такие были кудряшки. Тут уже, видите, она оторвалась. Для того, чтобы они были потоньше, прямо берем и не боимся. Ровненько режем, можно не ровненько, но будет красиво. Получаются такие весенние какие-то капельки. Вот, вот, например, вот этот цвет я бы тоже Насте посоветовала бы одеть. Он тоже такой, да, красивый. Вот. А вот у Насти, у нее более такой гармоничный, спокойный и с розовым акцентом. И вот эти веревочки, вот тоже можно. Давай вот этот тебе разрежу. Держи вот эту сторону. И главное, не боимся. Ничего не резать, ничего стругать. Никто нас за это не будет ругать. Вот. И вот всегда, когда мы носим, надеваем так на бачочек. Смотрите, можно даже здесь заплести тоже какой-то такой шнурочек, косичку, все что угодно. Но я считаю, что вам прям как раз к лицу. И вот еще один момент, можно пользоваться зажигалочкой. Для чего? Для того, чтобы вот эти вот кончики нам не махрялись некрасиво. Я на вас уже не буду это поджигать. А вот красиво, чтобы было аккуратно. Вот мы тут не курю, вот не знаю, как даже пользоваться, уже все кончилось. Вот. Мы это все опалили красивенько, все сделали. Поэтому вот девочкам, даже не знаю, девочкам до каких, до 30 лет, можно вот носить летом, это очень красиво. И можно даже сделать браслетик из этого. Thank you.
я считаю, что каждая женщина должна себя украшать, украсить. Для чего? Мы же для мужчин всегда все это делаем. Поэтому, милые мужчины, не забывайте. Оценивайте, да, да. Оценивайте, не забывайте своих красивых женщин. Тем более у нас праздник 8 марта, я его тоже так люблю. И много очень подруг, друзей, которым бы я хотела подарить, бы сделать. И вот такую красоту, кто это любит и ценит, кто это умеет еще носить. Вот, поэтому я очень хочу, чтобы у всех, каждой женщины был подарок, и чтобы она радовалась и была такая же улыбчивая и красивая, как Настя. Юлечка, спасибо вам огромное за мастер-класс. Да не за что. Быстро, легко, но самое главное, красиво, очень доступно. Да, да. Спасибо большое. Я думаю, любая девушка возьмет себе на вооружение. Ну, а мне пора прощаться. С вами была передача Made in Самара и я, Анастасия Лихачева. Увидимся. Чтобы выглядеть опрятно, мало соблюдать правила личной гигиены. Наш внешний облик немало зависит от одежды, которая должна быть не только чистой, но и хорошо отутюженной. Для многих глажение – это испытание. Если вы относитесь к таковым, тогда вы еще не знакомы с современным гладильным оборудованием. На рынке представлен большой выбор оборудования, начиная с гладильных прессов, заканчивая парогенераторами профессиональными и бытовыми. Также идут и отпариватели, которые хорошо отпаривают вещи в вертикальном положении. Это шторы, затем куртки, брюки. Согласитесь, есть из чего выбрать. Попробуем разобраться в существующих моделях парогенераторов и отпаривателях, а также узнаем, как правильно подобрать модель по своему вкусу и потребностям. Начнем с такого оборудования, как гладильный пресс. Прессами лучше пользоваться, когда вы утюжите, допустим, постельное белье или брюки. Вы можете положить на поверхность вашу простынь и за несколько секунд вы отпарите ее. Быстро и просто. Есть еще одно чудо гладильной техники – парогенератор. Такое устройство вполне может превратить унылое и рутинное дело глажки вещей в легкое и быстрое занятие. Дело в том, что такой утюг передвигается по отглаживаемым вещам на паровой подушке, практически самостоятельно, без серьезных усилий со стороны человека. Есть профессиональные парогенераторы и бытовые. Они отличаются тем, что здесь более мощное давление пара, в бытовых идет поменьше. И также в бытовых идет отличие, что емкость вы можете наливать воду и также ее споласкивать, промывать. То здесь уже вы не вынимаете емкость, то есть она внутри встроена. Я советую не только, допустим, профессионалам, кто занимается шитьем, покупать парогенератор. Я советую их всем. Еще одним представителем современного гладильного оборудования является вертикальный отпариватель, который тоже придется по нраву опрятным хозяйкам. В вертикальном положении удобно отутюживать. Во-первых, легкая ручка с разными щетинами идет, и с микрофиброй вы можете установить. То есть это очищает еще, да, ткань? Да. Очень удобно держать. Подача пара идет максимальная и постоянная. Затем есть также регулировка на разные виды тканей, начиная от шелка и заканчивая джинсой или портьерой. Если вы хотите гладить быстро, легко, комфортно и так, чтобы качество глажки было на самом высоком уровне, тогда выбор качественной современной гладильной техники будет самым правильным. Все для шитья и рукоделия вы можете найти в сети магазинов «Швейные машины» по адресам: проспект Ленина 2А, Советской Армии 167, Аменева 8А.